И сегодня же глава государства встретился с управляющим делами президента Виктором Шейманом. Речь шла об усилении роли и значении ведомства в экономике страны. Это ключевая задача. Обсуждались также итоги работы управделами и подведомственных предприятий как за прошлый год, так и на перспективу. В целом наблюдается хорошая динамика экономической деятельности. Повысилась рентабельность в сельскохозяйственном и промышленном сегментах. Экспорт товаров и услуг по управделами в 2017 вырос на 21%. По сравнению с 2016 годом. Положительная сальдо внешней торговли увеличилась на 24%. В ходе встречи рассмотрены новые направления деятельности ведомства. Прорабатывается вопрос решения работы в области фармацевтики. Ведутся переговоры с партнерами в Индии и Казахстане. Кроме того, рассмотрен вопрос о создании предприятия в сфере электронных лотерей. Виктор Шейман также доложил президенту о реформировании сельскохозяйственного холдинга, который входит в структуру управделами создания товаропроводящей сети по поставкам в российские регионы мясной и молочной продукции.